Строим полк, делаем разбор действий солдата, не обвиняем, что он слишком там струсил и так далее, а мы говорим, что ты должен все равно выполнить приказ. Он же идет еще и по приказу. Второй раз идет, преодолевая страх, все это, понимаете, чувство опасности. И товарищ Самойленко таких вот награждал премии генерал Тараканов Александр. Вот так. Но приказы там не действовали. Там единственный принцип, который применялся, это был принцип «делай как я». Солдат терялся, просто выходя наверх, он терялся. Да нет, зачем? Терялся настолько, что он даже не понимал, для чего он вышел. Приходилось показывать, и иногда даже окриком составлять солдат, те, которые терялись. Но некоторые выходили, и им задача была поставлена довольно ясно. Они представляли себе ее выполнение, и они быстро выполнили. Так, по 4 человека, зачем? Здесь вот как раз резервисты. А молодые парни, они очищали вентиляционную трубу. Это были пожарники Львовского пожарно-технического училища и Харьковского пожарно-технического училища. Значит, дорогие товарищи, вы пойдете не вшестером, а вчетвером, чтобы не мешали друг другу. Кто старший здесь? Старший руководитель Смирнов. Младший сержант Смирнов. Товарищ Смирнов, вам говорил командир подразделения, что за задача? В общем, да? Вот вам отводится одна минута для того, чтобы решить следующую задачу. Вот посмотрите со своими товарищами, как они ускоренно передвигаются из этой амбразуры, поворачивают направо за вот это сооружение. С вами, кстати, пойдет лейтенант проводник. Поднимаются на деревянный настил, понятно? И попадают вот в район работ. Вот он, район работ. Видите? Район работ. Еще раз показываю вам. Вот он, район работ. В этом районе работ лежат блоки. Понятно? Квадратные такие блоки весом примерно по 40, по 50 килограмм. Норма на солдат 4 блока. 4 блока надо взять, вот он, видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. Вот можно подойти к этому металлическому ограждению. Вот они правильно действуют, видите как? Правильно действуют. Правильно действуют. Понятно? Минута, 10 секунд. Металлические предметы никакие не брать руками. Понятно? Графит вот в свинцованных рукавицах вращается. Итак, вам один раз в жизни надо эту минуту отработать так, чтобы осталась память и сделали дело. Минуту. Вы знаете, что люди наши устали от этой уже аварии, ждут, когда мы с ней разделаемся, и солдатам доверена эта серьезнейшая задача. Какие у вас есть вопросы? Любимый наш генерал. Нет вопросов. Тот, который из генералов, желаю вам успехов. Мы за вашими действиями, шедших впереди солдат. Делаем разбор. Вы в одной. С указаниями. Делай, как я. Ну, естественно, делай лучше меня, если можешь. Тогда, в то время, в 1986 году, среди тех, кто работал на крыше, другие команды и не могли восприниматься. Пойди и убери там. Не зная что, не зная где, а именно надо было показать и надо было выйти. И только после этого солдат раскрепощался. Поэтому генерал выводил солдат, первую группу. Ну и в сопровождении, естественно, дозиметристов. Точно так и с курсантами было, с молодыми. Они рвались в бой, но они не знали, что надо сделать. И для этого, для этой цели
в их сопровождении всегда был кто-то из нашей группы. Он первым заходил и последним уходил с этого объекта. Сколько? Я лично 3 штуки. 3 штуки. Это вес каждого по сколько? По 50 килограмм. 150 килограмм. Вы сколько выбросили? 2 больших по килограмму, 20-25, и 2 маленьких. Вы сколько выбросили? Не считал, я собирал вообще мелочь, там 15-10, я брал по 2. По 2. Я один раз даже не знаю, сколько. Но вы так уверенно себя чувствовали? Не боялись? Бояться не боялся, но что-то растерялся. Ну вот поэтому норму ты не выполнил. А вы сколько выбросили? 3 куска. 3 куска. Целые? 1 целый и 2 половинки. И 2 половинки, да? Который вы месяц уже здесь? Там первый день сегодня. Первый день, да, вообще. Третий день. По замене прибыли, да? Так точно. Хорошо. И сразу вас, видите, на передовую обстреляли. А что поделать, надо. Да. Хорошо. Ну ладно. Какие у вас есть вопросы к руководству? Нет? Вопросов нет. Ну что же, я благодарю вас за выполненную задачу. Доброго вам здоровья. Всех мы вас награждаем денежной премии в размере 50 рублей каждого. Грамоты вам вручат в полку. Thank you.